Всем привет, меня зовут Игорь, друзья называют меня Мороз, и вы на моем канале, который называется Мороз Хан. Сегодня будем говорить с вами о махокрылах. Эта штука уже известна порядка 20 лет, но до сих пор не утихают споры о том, эффективна она или нет, помогает или вредит. Есть даже мнение, что махокрылы они эффективны только в поле, а на воде не мешают. Что касается меня, дорогие друзья, я считаю, что махокрылы очень полезны, я охочусь всегда с ними на воде. Я признаю, что бывают дни, когда они мешают, почему-то птицу отпугивают. Но довольно часто они оказывают большую помощь, особенно на открытии. Это однозначно они работают, очень хорошо они себя показывают в Астрахани на большой воде. Ну а так, в течение сезона надо смотреть, это всегда, так сказать, вопрос. Вы должны просто наблюдать, если птица подлетает и уходит, скорее всего, возможно, вам мешает махокрыл. У меня есть специальный ролик о том, как правильно пользоваться махокрылами. Все свои знания, которые я имею, я изложил в этом ролике. Но сегодня тема у нас особенная. Сегодня мы поговорим о гусином махокрыле. Я несколько консервативный человек и побаиваюсь махокрылов, но к нам пришла новинка от наших друзей компании Northway. Совершенно потрясающий гусиный махокрыл. Я его видел на выставке, которая была весной. Ну а теперь он наконец-то мне попал в руки. Ребят, это произведение искусства само по себе, то есть оно достойно просто для того, чтобы сделать обзор, посмотреть, как эта классная штука сделана. И давайте будем посмотреть, что к чему и почему, и дальше обсудим, насколько эта штука будет полезна, как ее использовать, как ее применять. Вот, дорогие друзья, вот этот шедевр, посмотрите, как он сделан. Это совершенно, так сказать, роботизированное чудо. В комплекте идет вот такой пульт. Сейчас я его включу. А? Каково? Тут 4 режима. Я, честно говоря, не совсем понимаю, чем отличается А от Б. Но С это сейчас будет турборежим. На мой взгляд, это перебор, конечно. Кнопка его выключает. Ребят, сейчас я вам просто покажу, как он сделал. На самом деле он сделан просто обалденно. Вам понадобится для того, чтобы эта штука работала, понадобится 12-вольтовый аккумулятор. К нам он пришел без аккумулятора. То есть мы сняли с машины для того, чтобы вам показать. Все для вас, дорогие друзья. Сейчас я его сниму со стойки и покажу, как эта штука устроена. Во-первых, он очень легкий сам по себе. Значит, Duck Mania, как вы знаете, это бренд, который продвигает Northway. Выглядит, ну, совершенно классно. В размер натурального гуся, белолоб. Супер. Крылья. То есть это вот в отличие от обычных махокрылов, когда вращаются крылышки. Здесь прям натуральные крылья. Кстати, классно, очень раскрашено. Посмотрите, какая печать на крыльях. Обалдеть. Он машет, как натуральная птица. Специально мы вам покажем облеты. Мы специально снимали на квадрокоптере. То есть, в общем-то, выглядит это очень неплохо. Другой вопрос, как его использовать? Скорее всего, он будет очень полезен для того, чтобы подманить стаю издалека. Мне кажется, что все-таки, когда птица подлетает поближе, наверное, стоит его выключать. Но опять-таки, опыта такого я не имею. Если кто-то вот имеет мысль на эту тему, кто-то видел, кто-то уже использовал нечто подобное, пожалуйста, напишите. Все вот это дело прячется вот в такой очень компактный чехольчик фирменный. Здесь есть карман для стоек. Стойку можно еще удлинить и поставить его повыше. Можно его сделать пониже. Значит, как я говорил, еще раз комплектация. Сам махокрыл, два крыла. Собирается он моментально за несколько секунд. Практически ничего не весит. И вам понадобится 12-вольтовый аккумулятор. Сейчас у меня стоит автомобильный, огромный, но, естественно, вы возьмете поменьше. Вообще вещь очень компактная. И при этом очень красивая. Замечательная игрушка для взрослых. Но выглядит он просто обалденно, честно вам скажу. Так он замирает. Класс. Еще на ветру он будет качаться. Thank you.
Ну что ж, дорогие друзья, не знаю, как вам, но мне очень понравилось. Но такая игрушка, я люблю все очень такое необычное. Я обязательно буду пробовать такой махокрыл на охоте. И обязательно вам сделаю доклад, как все получилось, не получилось. А мне интересно ваше мнение, что вы думаете? Ну, такой штуки я еще не видел. На этом у меня все, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч, пока!